Всем привет, уважаемые зрители, с вами снова Кирис Хагенек, и сегодня мы будем играть в Street Fighter Cross Tekken для PC, разумеется. Ну, это видно по управлению. Так, будем играть в аркаду. Синих. Скажем, на медиум. Выключим онлайн на время. Будем играть в офлайне. Бррр, какой у нас большой ростер. За кого мы будем играть, за кого мы... Кого мы возьмем, мы возьмем. Допустим, Лили. Ну, возьмем Аску. Despite heated arguments and battles with Asuka Kazama in the past, Lily appears before her rival. She haughtily requests that Asuka accompany her to the Antarctic as she plans to retrieve Pandora for her father. It's said that you need more than one person to open the Pandora. Miss Kazama, let's put our differences aside and combine our strength. Your primitive violent tendencies will be an excellent complement to my refined fighting prowess. Refusing Lily's invitation was easy for Asuka, but as news about Pandora started to grow, she couldn't help but get excited and eventually accepted Lily's offer. Что-то я не понял. Короче, чтобы открыть ящик Пандоры, нужно два человека. Лили приглашает свою подругу Аску пойти с ней, она отказывается. Потом, как это становится мейнстримом, она соглашается. Что за херня? Не знаю, буду первый раз играть за этих обоих, так что посмотрим, как все выйдет. Окей, пока все нормально. Ух ты, ёж. Тихо. Ну все. Идем в расход. Окей, мы огребаем. Ладно. Сейчас все будет попроще. Ага. Понятно. Ну так уже попроще. Но вот видим. This is the moment that makes it all worth the while. You win. Она вообще-то интересна. Нафиг. Да вообще похрен. Молодец, мы будем выигрывать, мы будем побеждать. Окей, пока что нет. Посмотрим, что Аска умеет делать. Понятно, понятно, понятно.
Понятно, что ничего не понятно. Так, ну так уже получше. Вообще, тоже бы надо посмотреть. Так, ага. Тоже атака реверсал есть. Ага, вот так. Как все закомплексовано. Потрачено. Ну чё, сейчас мы приловчимся, все будет намного лучше. Ова, хаурак. We'll finish this together with one strike. I'm starting to worry about this team. Прикольная комбинация. Один, который бьет ногами, а второй, который чисто руками. Да, так мы быстро зарашим. Хейхач, кума. Ладно, ладно, напугали. Окей. Лили начинает делать что-нибудь. Вот, отлично. This is the moment that makes it all worth the while. You win. Сколько пафоса. Отлично. Make it serious this time. Final round. ФПС вернись. ФПС вернулся. Все отлично. Так, ты, Брюс Ли, успокоился.
Wasn't I brilliant? О, вот это было круто. Ну блин, там был какой-то по-любому супер прием, который зафейл. Потрачено. И еще один супер прием потрачен. Окей. Что я сделал? Я не знаю, но это круто. Да еба! Что? Open your soul to the battle. Какого хрена? Это было так круто, и мы проиграли. Не, мы не сдаемся. Охренеть. Ну да ладно. Ну вот засранца, а. Ничего, нам повезет. Обязательно повезет. Куда мы денемся? ФПСС. Так, спокойно. Потрачено. Снова потрачено. Не потрачено. Потрачено. Надо учиться. Я тоже не понимаю. Тише, пассатижи. Кэмми Чун Ли. Эприкс. Надеюсь, мы не сольемся. Я не понимаю, почему мы можем взять лодку. Потому что ваша лодка размером с танкер. Окей. ちょっと港の船に忍び込んでやな。引きずって並ばないでね。今現地への立ち入りは規制されているのよ。Our presence here is none of your business。そういう訳にはいかないのよね。立場上もういい。こいつらは密航者だ。さっさと逮捕して。やだ、разборка питерская。しゃあないな、もう。 Вот и все. О, Ян Янг,
какой. Отпинали. Майс. Ладно, продолжай. Да нет! Урод! Нет! Да... да еб... да... да еб... Только свичнулся, уже пол хп поимел. Ну вот это перебор. Охренеть. Отлично, очень вовремя вылетел Крабс. Продолжаем. Крабс, прекрати. Крабс, перестань лагать. Блять. Тихо. Тихо. Фрапс, блин! Ты меня подставляешь!
Тихо, Фрапс, твою мать! Сука. Просто буду дефиться. Хотя он меня и так спинает. Давай! Отпинай его! Окей. Да! Мы выиграли. Хоть как-то. Это считается. О, господи. そんなご大層な箱には見えへんけどな。 So, all that's left is for us to determine which of us will claim the box as our own. Have at you! あのな、なんか言うたらわかんねん! うちはこの箱を見てみたかっただけや! I won't make this easy. Daddy's name is at stake! で、危ないな! もう、人の話聞けっちゅうねん! つか、どんだけ深いねん。 И что я могу сказать, стоило ли оно того? Аска defeated many strong fighters and was present for the moment when Pandora opened. However, the box vanished into thin air. Not thinking much of it, Аска returned home. Unfortunately for her, the storm had overwhelmed. Да, и спасибо вам за то, что вы посмотрели это. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал и поставить лайк, да, и комментарий. На этом все. Пока.